4 шестерки знатоков, 4 победителя летней серии республиканского турнира «Что, где, когда» 22 августа боролись за летнюю хрустальную сову и, соответственно, за выход в финал года. За игровой стол поочередно садились команды Эльдара Гениятова и Михаила Меркулова из Харциска, Галины Абдилаевой из Енакиева и Виталия Зуя из Донецка. Игра никогда не бывает предсказуемой, уверенно говорит ее бессменный ведущий Владимир Бензик. К отбору вопросов он всегда относится внимательно и щепетильно. Все вопросы в сезоне, они были достаточно сложными по сравнению с нашими обычными играми. Мне захотелось провести некий эксперимент и попробовать дать командам, грубо говоря, челлендж, чтобы они могли, так сказать, вырасти над собой, наверное. И вопросы финала, они в какой-то мере продолжают эту традицию, то есть... Нет очевидных вопросов, на которые ответ берется в первую секунду. В любом задании есть где подумать, есть где развернуться интеллектуальным способностям знатоков. Владимир Бензик подготовил по одному эксклюзивному вопросу для каждой команды. Подсказка скрывалась в намеке на одного из знатоков конкретной шестерки. Сектор «Зеро» с участием ведущего – это всегда оригинально, интересно, эмоционально. Виден азарт, видна борьба. Игра бушует, страсти кипят, все замечательно. Два поражения и две победы. Таков результат летнего финала. Проиграли команды Эльдара Гениятова 4-6 и Виталия Зуя 2-6. Победы записали на свой счет знатоки Галины Абдилаевой 6-5 и Михаила Меркулова. Со счетом 6-2 команда господина Меркулова побеждает в нашей сегодняшней игре. Уверенно победив в летней серии игр, команда Михаила Меркулова вышла в финал года. А харцистский клуб уже готовит вопросы для осеннего сезона. Владимир Бензик ожидает новые команды, новые лица и новый накал страстей в битве интеллектуалов.